Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами разберем вот такую вот кружевную ленту. В принципе, ее применение я видела достаточно много, но вот почему-то остановилась на вот такой кофте, как вы сейчас видите на экране. Да? У нас идет вставки из этой ленты. И далее у нас идет как бы основное там вязание крючком, очень простой узор. Мы с вами разберем вот это ленточное кружево. Применить данное ленточное кружево мы можем с вами не только в такой кофте, да, но и в каком-то любом домашнем декоре, то есть то, где вы, в общем-то, придумаете и увидите данное кружево. Итак, кому понравилась идея, присоединяйтесь, мы сейчас с вами свяжем. У нас будет с вами схема. Схема у нас будет и в группе ВКонтакт, не ВКонтактах, может быть, но будет в Инстаграм и в Фейсбук. Вот наше вот это вот ленточное кружево. Вязать я буду немножко другой ниточкой, тоже белой, но немножко другой. Давайте посмотрим схему. Ну, начинать мы должны вот как бы вот с этой точки. И вот провязать некое количество воздушных петель, столбик, еще столбик, повернуть вязание, связать вот эти столбики, повернуть, связать вот эти столбики, обвязать и потом перейти на вот эту вот половинку. То есть мы постепенно вяжем, вот как бы переплетаем нашу косу, да. Начинаем с первой воздушной петли, и я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петель накид. Отсчитываю от края 1, 2, 3, вот в четвертую я сделала столбик с одним накидом, четвертую петлю от начала вязания. Так, есть 3 воздушных петли, накид и еще один столбик. Вот так. Вот мы с вами связали вот эту вот маленькую часть. Теперь поворачиваю я вязание на как бы изнаночную сторону. Вяжем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И вот мы должны связать 5 столбиков с одним накидом вот в первую арочку. Накид и вяжем вот сюда столбики. 1, 2, 3. Четвертый и пятый. Теперь я делаю вот сюда сам столбик. И будем вязать еще 7 столбиков. Это первый, вот второй. Ой, надо подарку. Вот третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Вот, смотрите. Видите? Вот мы с вами связали первое вот окошко и в него столбики. Повернули вязание. Я делаю 3 воздушных петли подъема. Это будет столбик. Одна воздушная, расстояние между столбиками. Вот это у нас столбик. Один пропускаем, следующий столбик без накида. Одна воздушная петля накид, один пропускаем, столбик без накида. Итак, мы вот связали с вами столбики через одну воздушную петлю. У нас их получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот смотрим. 3 петли подъема, это у нас столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повернули вязание. И теперь мы должны связать с вами, я делаю одну воздушную петлю и в каждую арку вяжу по 2 столбика без накида. Вот так вот. Ну, то есть как бы считается под арку и столбик в столбик. Можете попадать прям в столбик. Или же для быстроты сразу же под арочку 2 столбика. Обвязали мы с вами столбиками без накида.
И вот у нас как бы одна часть нашей плетеной этой косы, вот она маленькая, у нас завершилась. Теперь вот смотрите, мы теперь переходим и будем вязать вот эту вторую часть нашей косы. То есть теперь я вяжу 1, 2, 3, это будет столбик, и 1, 2, 3, как бы расстояние между столбиками накид, я попадала вот прямо в вершинку столбика. Столбик мы связали, теперь опять 1, 2, 3, накид, и мы должны найти вот такую петлю для того, чтобы нам получить прямой угол, видите. И теперь нам нужно соединиться вот с этой точкой. А я вяжу еще 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. На схеме не видно сколько, но как бы мне показалось, что вот столбик с четырьмя накидами будет как раз хорошо. Можете опробовать 3. Может быть, кто-то найдет лучшую схему. Ну, вот так вот, видите. Мы связали с вами. У нас получается вот одна арка, вторая, третья. Мы ее должны сейчас поворачивать и будем обвязывать столбиками. Видите, вот одна арочка, в нее 6 столбиков, а в эти две у нас идет 13 столбиков, то есть 6 в одну центральную и 6 в другую арку. То есть мы сейчас с вами делаем что? 1, 2, 3 накид. И под эту арку я вяжу еще 6 столбиков. 1, вот 2, 6 столбиков связали, делаю накид и перехожу в следующую арочку. Тоже 6 столбиков. И в сам столбик будет 7. То есть вы поняли, да, что мы до конца вот это вяжем. Вот от этой арки до вот последнего точки вяжем 13 столбиков. Вот смотрите, мы с вами еще 6 столбиков связали. Уже видите, как просматривается наша вот эта часть. Да? Мы теперь что должны с вами сделать? Повернуть вязание и связать, на, как я говорю, окошки. То есть 1, 2, 3 столбик, 1 воздушная петля накид, 1 петлю пропускаем или 1 столбик, следующий столбик с одним накидом, воздушная петля, 1 пропускаем, столбик с одним накидом. Итак, мы с вами связали столбики. С учетом 3 петель подъема у нас должно получиться 11 таких столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот 11 в последнюю третью петлю подъема. Мы опять с вами поворачиваем вязание. Я делаю 1 петлю подъема и в каждую арку по 2 столбика без накида. То есть таким образом мы завершаем вторую часть, да, нашего плетеной этой косички. Итак, мы с вами связали столбики без накида. Смотрите, в принципе, мы с вами сделали одну и вторую половинку. Теперь мы с вами должны вот с этой стороны сделать такую же еще косу. А если посмотрим на схему, да, вот смотрите, у нас была маленькая. Вот сюда мы сделали вот эту большую. И теперь вот в эту сторону маленькой мы должны завернуть и сделать еще как бы один виток нашей косы. Что мы делаем? Мы все будем с вами повторять. Я просто вам напомню, вы увидите, что это просто 1, 2, 3 это столбик. И 1, 2, 3 столбик это расстояние между столбиками. Как я уже говорила, вот в последнюю вершину, в последнего столбика я захожу. Да? 1, 2, 3. Вот как раз вот показано, видите? Вот вершину или захватить под столбик. Теперь мы идем вот под эту арочку, накид вот под арку, и вот тут еще один момент интересный. Вяжем 3 воздушных петли, 1, 2, 3, на вот основании вот этих столбиков, да, мы с вами ищем 1, 2, 3, в третий столбик без накида мы зашли, связали столбик без накида. И вдоль вот этой вот линии прошлись еще 2 соединительными столбиками. 1 и 2. Повернули вязание.
Один, два, три. Накид. И вот смотрите, это вот те же сами арочки, которые мы должны с вами связать столбиками. Вот в первую арку, если посмотрим здесь, вот 7, даже можем, вот видите, вот 3 петли подъема, дальше 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в саму петлю, в сам столбик. И столбика еще у нас получается 1, 2, 3, 4. Из самого столбика у нас столбик, и получается он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, в итоге должно 13. Я, наверное, чего-то упустила. То есть вы таким образом. Один столбик, вот второй, третий, вот четвертый. Пятый и шестой. Ну, я могу сделать прям под арку. Шестой, да? И затем опять переходим. Вот один, два. То есть вот до вот этой вот третьей точки подъема мы еще вяжем с вами 13 столбиков. Вот этот первый еще 12. Так, все столбики мы с вами связали. Повернули наше вязание. 1, 2, 3 столбик, петля между столбиками, 1 пропускаем, следующий столбик. Далее все повторяем, как мы с вами считали, да, по-моему, там 11 столбиков мы должны с вами связать с этой стороны, провязать их столбиками без накида и далее опять перейти на следующую косу. Вот видите, вот наш готовый мотив. Достаточно просто, то есть я показала вам вот начало вязания, немножко было тут запутано по схеме, да, потом мы с вами сделали вот эту вещь, и затем вот, вот этот кусочек, он будет повторяться именно всегда одинаково, мы должны будем с вами закрепиться, пройти соединительными петлями, петли подъема, связать столбики, повернуть столбики с одним накидом, обвязать их полустолбиками, да, оказаться вот в этой точке, как мы вот здесь оказались, да, вот видите, окажемся в этой точке, и затем сделаем с вами такую вот петелечку, окажемся здесь и начнем вязать дальше. То есть все просто, достаточно просто. Когда я смотрела на этой курсе, мне казалось, что будет сложно, но на самом деле все очень просто. Самое главное понять. Видите, мы с вами можем как соединять их между собой, ну, так как толщина ниточки немножко разная, иглой сшивать. Ну, а в самой кофте, как вы сейчас видите, да, можно вот ее применить, как, допустим, какую-то кружевную вставку. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами хочу попрощаться. Понравилось вам? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!